Блять, кучу раз все здесь были. Давайте, блять, соберитесь, а? Стыдно, блять, вздыхать. Окей, ставки повышаются, 600 ЕП за срок. Так, готовность на пол. Враска, он, буревестник. Паш. Все, все готовы. Все то же самое. Пожалуйста, каску дайте. Видимо, когда давали, я в этом был. Дайте каску еще раз по друидам. Спасибо. Первый закидывает еще раз Сацуна, второй в Акати, Фридом. Чтобы два Фридома не закинули сразу. Good help на подсейве. Я видел и более достойных соперников в покровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Короче, они походу сделали, что он может два дыхания делать. И три вырезания поэтому. Поэтому есть три вырезания только. Дыхание еще с прошлого КД было. Он выбежал. Подвигайся, чтобы тебя похилить могли. Смотри аккуратно, сейчас боль лучше и меньше задамажь, но следи, чтобы не сдохло. Смотри сейчас под танками. И пахлаван, если ты сейчас не танчишь, не бей в лицо босса. Зачем бить сразу в лицо? Дамо боя прохилить. Ему боя прохильте на Вакате и гоблин снять надо. Враску прохильте, пахлавана на Чингая, моб нужно с Чингая снять быстрее как можно. Все по мобу сыграли. И, наверное, до конца дотанчит пахлавану, можно было бы закинуть good help. Цуны потом появились, закинешь враску, прохильте Иону. Маша, подвигайся, тебя не хилят. Видишь, подвигайся немного. Лучше не до Маши, чтобы прохилили. Юи, поднимите на фол. Джипси, к воротам прям бежишь, все по мобу доиграли. Приготовьтесь к схватке с близнецами и чудовищами. Кислотной утробой и жуткой чистой. 5, 4, 3, 2, 1. Репот и Гера. Хорошо. В РДДшников полетело. Нормально. Пахлаван, нажми массакру. Хорошо. Куда? Лужа, что ли? Блять. О, ну дай БР по никотину. Разморозить. Луняем обой, там еще пару. Никотина, этот ребаф добили кислотную. Вторая пати миликов огненную уже бьете. Первая пати добили кислотную, уже разбежались по коридеям. РДшники набрали ранжу, милики убежали. Айсбаунд О, хорошо. Все отлично. Бьем. Идите бейте. Второе дыхание. Этот будет харчок, скорее всего.
Поэтому, милики, будьте наготове, РДшники уже держите ранжу. Милики убежали. Возможно, скорее всего, будет. Не подбегайте, пошел второй харчок. Чингай, нажми массакру. М-боя прохильте. Все, держи в этой стороне, будем бить в другой. Нам что-то в это не везет, будем бить в квадрате. Пахлаван, поведешь в квадрат, если что. Почти тут ледяного. Можешь пока чуть-чуть побить босса. Под лицом никто не стоит, она дышит конусом, если что. Ханты, Враска, сейчас умрешь, отбеги. Лужа, смотрите аккуратно. Юи, прохиливайте. Все, побежали все в квадрат. Через лужу не бегите только. Ну, Лария, ты чё, блин, прохильте его. Никотину кулак. После врезания босса в Колизей, Хантой и Петов поубирали. После врезания босса в Колизей, бодите Геру. В Акате приготовься. Вот, второе дыхание. Ну, сейчас не будет. Сбежали все в квадрат. Быстрее, быстрее. Молодцы. Ну, почти все. Почти все влево убегаете. Там один человек вправо. Хорошо, молодцы. Юи, также отведешь босса немножко назад. Геру дайте. Роги... Рога в напу в топ ДДшника закинь. В Атроциуса давай. Пахлан, перетаунти босса, быстрее. Хорошо, Юи, сейчас стань нормально и забери на себя. Все в квадрат уже сместились. Ханты можете немножко побить. Джипси, гимн нажми. Нормально. Все, нормально. Второе дыхание сейчас будет, скорее всего, смотрите. Нет, все, в квадрат все стали. Так, буревестник влево, почти все влево убегайте. Хорошо. То же самое Юи также босса дернешь. И Пахлан, как только он чуть отбежит, сразу перетанчу его. Он стал красиво, потому что РДшники не всегда смогут бить. Все, перетанчивай, хорош. Пахлана прохильте. Юи, забери на себя, если уже подбежал на позицию. Первый Сацуна с ними, второй Вакати. Дыхание. Так, ребята, если он сейчас кого-то врежется, это Хпаладином. Я там назначал, кто кому боб этот диван закидывает. Разбежались вправо-лево. Будьте готовы, если что. Все, отлично. Но диваны тоже приготовьте на всякий случай. Что, блядь, этот ебанутый. Да, бьет. Ура, блядь. Так, теперь кто на замене? Кому нужен второй босс? Быстрее, только. И кому не нужен из этого? Из основы второй босс. В идеале, если это РДДшники будут, как можно больше РДДшников, чтобы было проще. Все, эмобоя поменяй с кем-нибудь, там кому нужно. Только не в личку мне пишите, а в рейд. Джанг, я не отбегал, чтобы смотреть, кто ебалом словит. Потому что я не могу и убегать, так. И смотреть назад одновременно. Эмобою нужно уйти пока что. Давай, давай Пахлаван в ретрика. Мавар давай в рейд. Нахила тоже. Вон, оставайся в сове. Вань, прыгни в этого каприста. Так.
Так, тебе от Сила нужен второй босс, да? В рейд. Так, кому не нужен из людей второй босс? Быстрее только. Ты в ДД. БТ-тестер, давай на замену. От Силу Сумон. Нет, ты РДДшник. Нам нужно как можно больше РДДшников. Саня, даже самовар, давай не в Хаприста, в ШП, а Сацуне в Хила. Не Сацуне, а Гудхелп в Хила. Можно больше, чтобы РДДшников было. Так, да, сейчас расскажу тактику. Все РДДшники становятся по два человека вокруг квадрата. Стоим по два человека. Бурсты свои не тратим, будет появляться портал, все свитчатся в портал. Бурсты тоже на это время не тратим. Будет появляться пенек, все свитчатся в пенек, все бурсты оставляем на пенек, дадим герум под пенек. И первых бомжей кто-то даст. Далее будет появляться, будет босс кидать крест, крест и череп. Крест мы выносим не в сторону людей. То есть мы выносим вот так вот, в эту сторону, так, чтобы вас могли хилить. То есть далеко не убегаете в Доваран. И череп. Череп обязательно прохиливаем. Да бей не хотим. Также все бурсты оставляете на пенек, первый под герой под бурстами, и свои прожимки, все под прожимками. Также миликов касается. Милики, видите, у вас пол хп, сразу отбежали от босса. То есть не от босса, а от пенька, чтобы вас не убило. Прохилили, пошли опять бить пенек. РДДшники, когда появляется пенек, все сделали шаг назад к Колизею сюда, чтобы... чтобы вас не доставало уроном от пенька. Также будет танчить пахован. Пахован босса вообще не двигаешь, ставишь его здесь и держишь до конца его вот здесь. На пулы все в пахлавана отдаете. А, ты в ДД, да, сори, Юи. Так, ты в ДД, да. Давай, Юи, ты в танках. Что-то как-то вы вдвоем свичнулись. Все, чмыгу от силы сумон, ставлю рыбу и запускаем босса. Да, ближе к трибунам. Поставьте шкаф. Джан. Засмоньте чмыгу. Еще. Ребафы будем запускать. По ССам, один СС на Ону, второй СС на Атроциус. А, второй СС... Нет, давай на Ону, значит, Джан. Ну, как появится. Все, готовность на пол. Ешь рыбу, ребафните чмыгу, ребафните Атилу. Бухой мастер, Ону, чего не хватает? Сацуне, обалдуй. Маш, чего не хватает? Класс. Все, запускаю, значит, босса. Еще минута есть этим заняться время. Все, РДДшники, у вас уже есть время стать по два человека вокруг квадрата. С той стороны вы не становитесь Джан, Кон, ну чего вы пошли на ту сторону, темнеющую. Все, вот стали по два человека вокруг квадрата. Появляется пенек, портал, сделали по шагу назад. Также будут на боссе появляться стаки, стаки сразу же забираете. Все, кто может, все присты, все маги, все, кто могут. Также косты помогайте сбивать, Юи. Ну, Юи, ты сам старайся, ну, помогайте. Маги. Хулипал, идите в мелизону бить босса. Холипау, вы можете быть в мелизоне, но на порталах порталы и пеньки отбегаете с мелизоны. Также не затупите, выносите огонь. Это касается тебя, Женя, Гудхелп.
кучу раз слакнул. Все, играем по боссу. Бусты не тратите, только минутные можете отдать. Каст сбили. Алло, блять, каст. Вы шутите сейчас? Пофиг. Каст сбиваете, можете. Лучше под конец, но старайтесь. Поворотом сыграли все. Темнеющая, давай массакру. Джанка прохил. Войд Спирит выбежал. И прохил Джанка. По бабе сыграли. Войд, блять! Горишь. Ура. Стаки из босса сняли, стаки. Хорошо. Сыграли по бабам. Через сколько там Войда прохил? Через сколько там големы? 20. Все, и госпожу боли до 10% обуду и выбежал. Вначале перед големами будут стаки. Все сняли стаки, и потом РДДшники сделали шаг назад. Смотрите, там лужа сзади еще и разлито хуево. Чингая прохил. Приготовились снимать стаки. Кастуй. Стаки сняли. Геру дали. Каст у босса, блять. Ну вы че? Обалдуй, кастуй гим. На хп. Буревестник, вставай, не прохило сразу. Ну что, у меня второе. Так, от Роциус выбеги, прохилишь буревестника. Массакру, Чингай. И второй. Блять. Минус 3 хила. Падайте, не надо. Ну ладно, подожди. Хотя не надо, не падайте. Давай, Чингай, УБР. Стаки сняли. И Иннер по Чингаю. Касты сбивайте, блять. Что за хуйня? В Акате выбежал. И он упрохил. По Чингаю Иннер залей Ону. Паша по буревестнику залей. Троцус. Сыграли поворотом. Чмык и упрохил. Каст. Сыграли по бабам. Джипси выбежал. Нормально выбеги только. Так. Сейчас у Гудхелпа массакра осталось, когда выйдут големы, массакру, дальше жены. Гудхелпа прохил. Ты отдавал. Госпожу добейте вторую. Илария выбежал. Все играем по боссу. Скоро големы. Густы на пенек оставляем. Стаки вначале будут. Враску прохильте. Стаки сняли. Жми, у кого есть прожимка. Какая-то массакра у кого-то. Мастер аур на огонь. Свои прожимки также используйте. Чингай выбежал. Войд, закастуешь гимн на ману, когда сможешь. Топхай попрохил. Джипси тоже закастуй гимн на ману. Каст сбили. Стаки сразу же. Хорошо, он упрохил. Джипси выбежал. Ваня, закастуй тоже гимн ману, если есть. Ону, как отдаунится, Иннер зальешь по буревестнику. Портал. Сыграли по порталу. Каст. Мавара прохильте. На следующих... Инферналов кастуете все бомжей ДКшники. Прохильте. Каст. Мавар выбежал. Стаки. Стаки еще 6. Быстрее. Хорошо. Джанка прохил. Так, Саня, закастуй гимноману. Мавар.
Он сразу Инар по буревестнику. Паша тоже, наверное, по буревестнику. По бабам доиграйте. Нужно будет опять пенек убивать. Good help прохил. Джанк выбежал. Сейчас айсбаунд и массакра от Чингая будет на голема. Всех бомжей кастуйте. Так и сняли. Саня, Мавар, отбеги подальше, кастуй гимн на хп. Буревестника прохильте. Вот хелпа нужно прохилить приоритетом. Войд, закастуй гимн на хп, если есть. Уже. Джипси тоже. Слован выбежал. Хорошо, молодцы. Чингая прохил. Чингаю нужен либо инер, либо что-то, если есть. У Паши у тебя есть, закинь Чингаю. Стаки сняли, все, кто могут, быстрее. Еще. Хорошо. Все, добиваем босса. Никотин, кош, либо выбежал. Каст. Стаки. Good help прохил приоритетом. Мы игнорируем ворота, добиваем босса. Каст сбейте только. Все, все отбежали с центра. Мувар, прыгай в хила. Петя в танк, все, кто в танке, остальные в ДД прыгайте. Запустите босса. И пишите, кому нужен этот босс и кому не нужен. Очень интересуют милики и ДД. Так, ты рыбу не ел, поешь рыбу. А, рыбы нет. Ну, похуй, будешь без рыбы, значит, бить. Все, спокойно все. Стали в звездочку. Бета-тестер, ставь тотемы. Заново там обнови. Или уже. Никотин. Вот, здесь. Все. Так, готовность на пол. Обалдуй, никотин. Чего не хватает? Ваня. Все, все готовы. Главное, отдача не контроля. Все, иди бухой гриппой. К апокалипсис готовься тоже. Сразу гриппать. Давай. Ну. Дали геру, дали, бурстанули по черепу. Вышли, законтролили свои метки. Квадрат законтролил. Квадрат, не сбейте контроль, блять, алло. Идите трусы законтрольте. Квадрат, продлите контроль. Суккубу отправь на печеньку. Хорошо, трусы, пока хекс есть. Квадрат контрол. Дальше играем по квадрату после черепа. Трусы контролите, маздиспл. Квадрат нужно законтролить. Все, дал хекс, нормально. Играем по квадрату дальше, после черепа, ну добить вначале. Частицы обновите. Квадрат грипните, квадрат грип. Все, играем по квадрату все. Сейчас приоритет трусы законтролить. Все, кто контролил квадрат, контролят печеньку сейчас. Каст, бейте, блять, каст, алло, джипси, нажми гим. Три стак, три раза въебал. Или два, блядь. Она медика, блядь. Дальше играем по трусам, и это уже изи килл. Каст. Сбейте каст, блядь. Касты сбивайте, ну кастуйте, ебать. Вы чё, блядь? И трусы законтрольте. Трусы стреляет. О, хорош. Дальше играем по трусам. Все, кто контролил квадрат, трусы контролят квадрат. Все, кто контролил квадрат, контролят печеньку. Играем по трусам.
После трустов играем по печеньке. У вас диспол по трусам. Я все диспелю, может, ты не диспель. Все, можешь Саня бить, там Ваня по диспелю. Это так диспель. Ну, блять, я ж не знал, как пойдет. Лучше. Сегодня все. В принципе, контроли хорошо отдавались, только косты сбивали, как цари, блядь, сбивали. Давайте по печеньке дальше. Печеньку гриб, играем по печеньке и держите печеньку вместе с квадратом и просто кливайте. Уже можете бить через АУЕ. Все. Можешь старфол нажимать сало. Грипните печеньку, не печеньку, квадрат к печеньке, чтобы они рядом стояли. За бревно можете не банить. Ну да, в принципе, бревно тоже можно не банить, если гриб откатился и бревно грипните туда, в эту пачку. Только... Провесь красноязь, главное, на бревно, да еще. Паша, троцу взлей мне Инар, пожалуйста. И Мавар за костой гиноман. Благодарю. Играем по квадрату. Теперь пишите, кому вальки нужны, кому они не нужны. Хики прохильте. Так, Свишер. Значит, нужны. ДКшник, который бухой, беги первый, апокалипсис, беги за бухим. Иди грип ни одного милика. Там на ком-то была метка. На ком метка есть твой грип. А ты сразу апокалипсис за ним грипаешь. Ваня тоже подбеги, чтоб на тебя заагрился. Ща. Уйдем. Да, иди. Все, только не танчите его лицом, убегайте. То он сломает лицо этот дроган. И всех касается, лицом не танчите. То же самое, когда откатится грипп и бухой побежишь, еще одного милика любого затянешь. Хлован, не танчи лицом. Ты не танк сейчас. По ледяной трапе кайтесь. Да. Слушай, какой боб? Это ПВП было. Это тоже мой. Так, там, по-моему, один Петь остался или два, да? А, ДК да. И Шабат еще. Какая шаман? А. Шаман не дамажит нихера. Ну, как бы дамажит, тоже лицом не танчите. Потому что сломает быстро вам лицо. Я все, идите встал. Все в рейд. Ну, он тут танк какой-то Сацуна, он красиво потанчил. Сколько там залетело? Бля. Саня, сколько там залетело тебе? Ты не шаришь, что это было просто. Только с отсюда шарил. Не убило. Я помог оттанчить. Блядь, ну, велосипеды. У вас что, сейчас дилер распинает? Получается. Не танчите лицом, говорю, он не ебашит пиздец. Да я тебе диван дал. Умер.
Я думал, я в хиле буду хилить Петю, я бесполезно стоял весь бой. Ну что, джаги кидал. Ага. Меня хилить интересно, да? Да. Все. Я на потом отходите все. Да, ты в ретрика. На вальках сделаем замены. Бом. Потому что... Так, Петя, оставайся в танке. Вакачик мне, наверное, нужен будет. Юи будет нужен. Ну и те, кто нужен, тоже. Скажите, когда Зайя просто из тела встал. Все, добили. Заходи. Все, нормально. Отбегите все к краю. Так. Я судука, кстати, не видно. Так, теперь плюсуйте, кому не нужен этот босс. Джанг, ты по-любому останешься, ты единственный лог. Сацуна ты тоже оставь. Пизду. Работа топовая. Петя, ты тоже останешься. Так. Все, кто в пятой пати, остаются в хилах сейчас. Саня тоже, Мавар, дополнительно прыгай в хила. Ваня, который... Обалдуй, прыгни в этого хэп-листа. Ладно, Сацуна, иди на замену. Свишер в рейд. Никотин останешься. Я вышел с рейда, Симонись. Изморский, это значит, тебе не надо босс или что? Плюс. Ну, не очень-то что значит. То есть про выбор можешь забыть, выбор ты вряд ли заберешь. Ну, то есть там есть. Все, тогда окей. Вакати в рейд. Еще один человек нужен. Женек, тебе надо босс? Еще один человек, кому босс не нужен. Влад, топ хайп. У тебя убит этот босс? Или он тебе нужен? Ладно. Бля, я боюсь, что он, как всегда, будет сферы ловить красиво. В Акате. А в тебе я более-менее уверен. Ренессанс и так на выбор не претендую. Санька, пусть ловят. Ладно, давай. Похую. Женек Ваквейт. Это получается Женек Хики. Хики Пахлаван 3. Еще один танк нужен. Юи будет. Так, Ренессанс останется. Бета-тестер, тебе этот босс нужен? Блин. Ладно, Никотин, иди на замену. Юи в рейд. Бля, я боюсь, что я поуграл хороших ДДшеров, сейчас у нас урона, блядь, нихуя не хватит. Вот это будет красиво. Ладно. Так есть. Так, запускаю босс. Лишь сплотившись, вы сможете пройти... Женек в танка, Пахлаван в танка, Юи в танка, Хики в танка. Свишера засумоньте. Дайте бафы по престам. Да, сейчас дадим. Сейчас дадим, я свишера жду, чтобы засунули. Все, первых 5 патчей на сум. Сумоним. Сейчас 5 секунд. Так, еще раз, какую я сторону? Пока не говорил, сейчас какую.
Все. Рыбу ешь, Свишер. Так, бурсты оставляете на щит. Сразу никто не бурстит. Также почти сразу там в Атроциуса закинете. Сейчас объясню все, что всем делать. Пахлаван Юи... Не, Юи темную берет. Пахлаван, Женек и Хики берут светлую. И ловят светлые сферки. Женек ловит сферки сзади, Пахлаван ловит сферки слева, Хики ловит сферки справа. Смотри, Пахлаван, твоя задача, чтобы ни одной сферы в нас светлой, именно светлой, не залетела. Твоя зона, по которой ты ловишь, вот это вот вся. Вот ты так ловишь сферки. Летят сферки по направлению в нас, ты должен словить их до рейда. То есть далеко не убегаешь вот так сюда. Вот, вот, вот расстояние, на котором ты ловишь от нас. Твоя задача ловить сферы. Также босса никто не бьет. Пока я не скажу, Ренессанс на пулишь темную в Юи. Дайте баф полностью. Смотри, Пахлаван. Ты должен всегда ловить противоположные сферки, которые... Ну, то есть мы под темным цветом, ты ловишь светлые сферки. Мы под светлым цветом, ты ловишь темные сферки. Понятно? То есть ты ловишь всегда противоположные. То есть когда мы перебежали, ты берешь светлый баф и ловишь уже светлые сферы. Вот здесь. Я МК... Мне МК закиньте. Свишеру кто-нибудь закиньте МК. Я закинул Джанку. Давай топ-хайп закинь Свишеру. А Свишер мне. Так заходи, Женек. А, ты в диссе. Все, ничего я не буду сейчас ничего менять. Стали... Вот крест, все в крест стали. Кучно. Конты чуть-чуть назад могут идти. И квадрат. Чтобы вы не были, кто где попало, все в одну метку зашли. Вот, все точно в крест подошли. Зашли, зашли, быстрее. Обалдуй. Конты. Все, молодцы. Вот так все в одном фрейме бегаем. Сейчас готовность на пул. Женек, чего не хватает? Каску дайте под ДКшник. Еще одну. Кто там раздавал? Ну быстрее каску под ДКшником закиньте. И по пристам каску. Ну, тут по всем принципам. Наверное, да? Сацуна же каски раскидывал. Да, 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 да. Да. Дайте любой кто-нибудь приз, который ничего не бафал, паладин. Раздай каски. Ну давайте, вы же время свое, блять, любой раскидай, ну ебаный насос. Сука. Короче, Пахлаван дает прота, темнеющая дает МП5. Гадхелп дает каски, Чингай дает кулаки. Поехали. Все, вроде как раздали. Магу, магу каску еще. Магу ДКшнику. Маг и ДК без каски. Алло. Ну, блядь, дайте магу каску. Ебать, ну что вы такие, пиздец. Там они залипают в поле Power, и там не переназначается, когда ассиста нету у паладина, он не может поменять. Да, блядь, нахуй этот поле Power, удалите нахуй его, просто скидывайте через Вуду, через рейд, и все, блядь. Готовность. Иди, пуляй. Сзади, кто ловит? Женек, Женек, иди сзади сферы ловишь. Все играем по свету, если что, пока не бьем босса. Прохиливаем. Все, играем по свету. Ни одна светлая сфера не должна залететь в рейд. Дайте сальву по Атроциусу. Спецспособность скоро будет, приготовьтесь.
Паша, следи за уроном аккуратно. Темная воронка, танки прожметесь. Нажмешь айсбаунд. Юи. И мастера урна тьму нажмите. Плюс гимн джипси можешь закастовать. Продолжаем бить светлую. Бусты тоже так же пока не тратим. Агрона джанки. Агрона джанку джанки. Сальву. Не, у меня на Юи показывает. Нормально. Убила только что. Следите за уешками аккуратно. Следующая спецспособность через 9 секунд. Светлая воронка, все взяли светлую, танки ловят сейчас темную. Играем по темной. Нажми массакру темнеющая. И Женек этот айсбаунд. Все, перебегаем, сейчас танки ловят. Темная. Ни одна темная в рейд не залетает. Смотрите аккуратно. По пути темные не ловите. Ничего страшного. Вон удай БР по Ренессансу. Играем по темной. Ренессанс, смотри там аккуратно. Встанешь. Танки сейчас вы ловите. Темные сферы, если что. Кучнее встаньте. Да, прям все в одну тучку зайдите. Женёк. Ой, блядь, ну что? Геру дали? Геру. Как сбили щит потом. Сбили щит. Паша, дай БР по Войду. Паша, по Войду дай БР. А изморский у нас есть? Нет изморского, да? Так, дальше будет щит у Светлой. Приготовьтесь, скоро будете танки светлые ловить. Просто пока приготовьтесь. Взяли все темную, танки ловите светлые. Играем все по светлой. Ну, бурстим. Каст. Прохил рейда и перебегаем. По пути не ловим темные. Ой, светлые, извиняюсь. Побежали. Танки ловят также светлые сейчас. Можете сменить цвет себе на светлую, чтобы урона меньше залетало. Играем по светлой. Бурсты ставьте на щит. Блядь, ну аккуратно. Войд, нажми гим. Уже. Молодец. Спецспособность приготовились. Темная воронка, продолжаем бить. Айсбаунд Юи и Чингай. Массакру. Танки прожмитесь. Бурсты не тратите, ребят. И припоты сейчас, если кто не жал, нажмете на щит. Сейчас будет щит, скорее всего. Ну, не факт, но большая вероятность. Сальва есть по мне? Сальву по Троцелсу. Закиньте, на крайняк боб закидывайте. Быстрее, Троцелуса спасите. Там этот сорвал, другой. Скоро спецспособность через 8 секунд. Приготовьтесь бурстить, если что, и цвет, если что, менять. Продолжаем бить, бурсты отдали. Потом добиваем босса. Массакру нажми какой-нибудь, кто-нибудь там. Все, добиваем босса. Кто-нибудь там. У кого есть свободное. Надо добить, ребят. Молодцы. О, ботинки вторые. Выбор? Не, выбора нет. Так, сейчас я буду брать пачку, кому нужна проходка в первую очередь, и вторая часть пачки это те, кто дамажит. Именно сегодня. Сегодня задача сделать максимум проходок и взять людей, кто дамажит.